Так. Здесь есть что-нибудь? Так, Вася, значит, золото к золоту, телевизор к телевизору, велосипеды к велосипедам. Слушаю вас. Капитан Чебуренко. Очень приятно. Это что у вас за табличка над входом? Скорее, вывеска. Ну, вывеска ж вывеска, какая разница? Там что написано вообще? Что там написано? Там написано «Скупка краденого». Правильно? Я ничего не путаю? Абсолютно точно. У вас прекрасное зрение. Документы ваши где? Вот, уголок покупателя, там все документы. Чего? ЗАО «Несунок». Лицензия... Ну вы обнаглели вообще. Извините, что вы хотели? Мне нужно товар принимать. Какой товар в скупке краденого? Ну, извините, ассортимент от меня не зависит. Подождите, и вы вот так вот мне, представителю власти, спокойно об этом говорите? А чего мне нервничать? Здоровье у меня в порядке. Нервы тоже. Бизнес идет неплохо. Бизнес? Да. Вы что, считаете, это нормально? Вот так вот в центре города, в открытую, скупать краденое? А что? Деньги у людей есть. Краденого столько, что я уже подумываю об открытии новых филиалов по всей области. Почему ж не скупать? Вы что же, хотите сказать, что у нас все воруют? Почему все? Только те, у кого есть возможность. Так, а ну-ка с этого момента поподробнее. Адреса, фамилии, явки. Я бы и рад бы вам помочь, но могу только сказать, что контингент необычайно широк. От простых карманников до чиновников высшего звена. Что вы несете? Это не я несу. Это они несут. Так, ну что? Ну что, к примеру, может украсть чиновник высшего звена? Чиновник высшего звена может украсть все. Вот, недавно мне принесли распиленный бюджет целого региона за полцены. А когда товарища взяли, он у меня его выкупил за полную стоимость и вернул государству. Какие ко мне претензии? Так, это вам на суде расскажут. На каком суде? Да я же обокраденным людям помогаю. Как это? Так, как бюро находок. Вы когда еще краденые вещи найдете? А пострадавшие люди ко мне идут. Причем для пострадавших у нас скидка 15%. Алло, слушай, Веня, ты? Что у тебя? Так, да не могу я записывать, говори. Ага, бетоновоз? О, хорошо, асфальтоукладчик и экскаватор. Вот видите, только что самый свежий товар пришел со строительства детского сада Винни-Пух. Алло, Веня, давай вези быстрее. Уже из родительского комитета обзвонили, спрашивали, когда можно выкупать. Все, давай быстрее. Вот видите, как оперативно мы работаем. Не, бред какой-то. Это у вас получается не скупка краденого, а какой-то благотворительный фонд. Именно, голубчик, именно. И вам же, полицейским, тоже выгодно. Вы когда эти еще улики найдете оттуда? О, пожалуйста. Да вот хоть, вот гляньте, вот кольцо. Вчера принесли с вот таким вот отпечатком пальца. Возьмете? Подождите, это что, по ограблению ювелирного 12 мая? Да, оно. За отдельную плату я вам этого супчика сдам, ну просто в 5 минут. Я его вычислю по базе данных. Буквально 2-3 минутки. По какой базе данных? По вашей, а по какой? По вашей. Подождите. Вы что? Хотите сказать, что кто-то из полиции продал вам нашу базу данных? Да Господь с вами, и в мыслях не было. Хакер один принес по дешевке. Будете выкупать, для полиции у нас 2% скидка. Подождите, что-то я не понял. А почему это для потерпевших у вас 15%, а для полиции всего 2%? Вы сами подумайте, мало того, что вам воззвание повысят за раскрытие, так я вам еще и скидку.
Ставку предлагаю исключительно из уважения к генералу Сюсину, который у меня после каждой пятницы свою фуражку выкупает. Так. Значит, кольцо с отпечатком я изымаю как вещдок? 5300 с вас. Чего? А 5 лет с конфискацией не хо-хо? А 5 минут вылететь из органов не хо-хо? Когда генерал Сюсин свою фуражку в субботу не найдет. Вы бы лучше выяснили, кто это у него фуражку все время тырит. Нет, кошмар какой-то, а? Ужас, это... Все в открытую, ё-моё! А как же? Мы законное ИП, малый бизнес. Кстати, а налоги платим? Регулярно начальнику налоговой. Подождите одну секунду. Алло! Алло, кто это? Международный валютный фонд? Hello! Скупкой краденого, конечно, занимаются. А я при чем, что у вас транш пропал? Да, он у меня. Следить нужно за таким баблом. Ауфидерзейн. Слушайте, знаете что, вы прекращаете эту фантасмагорию, понятно? У вас на вывеске написано «Скупка краденого», а это практически чистосердечное признание. Нет, это кому сказать, ё-моё? Скажите всем, обязательно всем скажите, это же какая реклама будет. А вы вообще знаете, как я вкалываю? Как рано я встаю, мне же все вот это несут из ночной смены. Сегодня под утро какие-то солдатики притащили ракету «Земля-воздух». Писанную, правда, но в рабочем состоянии. И что, вы взяли? Не успел, их раньше взяли. А это что у вас? Что? Это что, ценники? Да. Должность заместителя министра, цена договорная. Это вчера принесли под реализацию. И телефон... Ух, я сейчас ему позвоню. Ух, я ему сейчас позвоню. Я у него сейчас узнаю, как это с такими должностями. Зря стараетесь. Это почему? Зря стараетесь. Почему это? Секретарша вас не соединит без кодового слова. Какого слова? А я откуда знаю? Мне его назовут, когда задаток будет внесен 30%. Это сколько? Это... Нифига себе! Ну, я понимаю, с вашей зарплатой вам эта должность не светит. Я понимаю, мне вас жалко, ну что ж. Ах так, значит, да? Ладно. Ладно, сейчас не те времена, ладно. Так, телефон этот я зафиксирую. Вы сядете все у меня, понятно? И ты сядешь, и вот он вот сядет. Так, алло, телефончик. Георгий записывай. Васильевич. Так. Телефон. Это Владимир Витальевич. Георгий Васильевич, вы же мне клятвенно обещали, что меня никто не тронет. Страция? Что? Ну? Вот пришел целый капитан, оскорбляет меня, обещает посадить меня и вас в том числе. Что? Ему, пожалуйста. Кто это? Возьмите, сейчас узнаете. Алло, капитан Чебаренко, слушай. Так, товарищ... Господин, так мы с ним, так они же здесь. Есть. Так точно. Виноват. Куда? Иду. Извините, погорячился. Ничего, ничего. Это молодость, что ж. Владимир Витальевич. Да? Я, ну, раз разговор такой уже пошел, вам... Машинку такую беленькую с мигалками не пригоняли тут на днях? И пистолетик табельный не приносили? Пистолетика пока не было, видать, пользуются. А вот машинку вчера спригнали. Да вы что? Да, вам по дружбе отдам за 1,5 миллиона. Подождите, как? Мы же их на заводе по 1,3 миллиона заказывали. А мигалка? Тогда ж на ней мигалки не было. Пойдемте, она у меня на складе. Я сейчас вам накладную выпишу. Пойдем.